Отпускные скидки. Всем привет! Началась отпускная пора, а это значит, что даже мужчины смогут позволить себе сменить туфли на легкие сандалии. На многих сайтах сейчас огромный выбор мужской обуви со скидками. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Мужские сандалии по праву можно назвать универсальной обувью, которая легко сочетается с разной одеждой и при этом в ней комфортно. До сих пор бытует мнение, что сандалии мужчины должны носить исключительно на босую ногу, а это означает, что о ношении их, например, в офисе можно забыть. На самом деле решение о том, нужны ли носки для ношения такой обуви, следует принимать, исходя из места, в которое мужчина в этой обуви направляется. Если создается офисный стиль, то, безусловно, на ногах должны присутствовать носки, подходящие по тону к верхней одежде. А вот с шортами, укороченными брюками или брюками с подворотами носить носки не следует. Если сандалии предполагается носить с офисным костюмом, то они должны сочетаться по цвету. На сайте Zenden мужские сандалии черного цвета Quattro Comforte сейчас можно купить со скидкой в 17% за 1499 рублей. В наличии все размеры. Модель той же фирмы коричневого цвета на липучках предлагают со скидкой в 30% за 2299 рублей. Размеры с 39 до 44. На сайте Kari мужские сандалии коричневого цвета сейчас можно купить за 2699 рублей. Размеры с 40 по 44. При покупке по карте магазина зачисляются 270 баллов. Сандалии черного цвета сейчас предлагают за 2799 рублей и плюс 280 баллов на карту магазина. Размеры в наличии все вплоть до 45-го. На сайте Дефилетто мужские сандалии Триен серого и зеленого цвета сейчас предлагают со скидкой за 1990 рублей. В наличии с 40 по 45 размеры, их прежняя цена 2099 рублей. На сайте La Moda сандалии Outventur серого цвета сейчас предлагают за 2599 рублей. Эта модель идеально подходит для трекинга. На том же сайте сандалии Таккарди серого цвета с красными вставками сейчас можно приобрести со скидкой в 20% за 1999 рублей. По такой же цене можно купить сандалии синего цвета с зелеными вставками. На сайте samaratiu.ru сандалии Nike Canyon черного цвета с белой подошвой на липучке сейчас продают по привлекательной цене за 4180 рублей вместо 4920. На том же сайте мужские сандалии Crocs Swiftwater сейчас можно приобрести за 3199 рублей вместо 3999. Обувь черного цвета с оранжевой отделкой. Они более открытые, но по-прежнему такие же гибкие. Обеспечивают надежную поддержку при ходьбе. Верх из тянущегося материала и застежка-липучка позволяют регулировать посадку по ноге. А отверстие в модели быстро отводить воду. Большую нагрузку в любой обуви испытывает подошва. Именно с нее и надо начинать выбор сандалий. Хорошо, если подошва выполнена из натуральной кожи. Конечно, цена такой обуви вряд ли приятно удивит. Зато она гарантированно будет радовать своим удобством несколько жарких сезонов. Если сандалии будут носиться под шорты или джинсы, то лучше отдавать предпочтение спортивной модели. Чаще они имеют толстую подошву, придающую обуви весьма неплохие амортизационные свойства. В продаже сейчас можно увидеть не только сандалии, имеющие кожаный верх, но и те, что состоят из синтетической ткани. Если предпочтение будет отдаваться моделям, имеющим верх из синтетического материала, то следует внимательнее присмотреться к лямкам. Они не должны плотно обхватывать стопу. В противном случае избежать появления мозолей на ногах не получится. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!